Врач-терапевт Андрей Цковский в свое основное рабочее время пациентов лечит, а в остальное учит. Учит не болеть. Ведь профилактика – самый эффективный метод для сохранения и укрепления здоровья, считает доктор. Хоть и занятия групповые, каждому пациенту подход индивидуальный. Школа профилактики артериальной гипертензии позволяет выработать тактику, с каждым пациентом индивидуально работать, подбирать лекарственные препараты, корректировать лечение, наблюдать их динамики, прослеживать, как они себя чувствуют, как давление. Ну, мы прослеживаем дистанционно, бывает, и смс-сообщениями, и по телефону, приглашаем их на прием. Ну и кроме того, мы собираем группы раз или два раза в неделю и проводим практические занятия. Как правильно питаться, какой образ жизни вести, чтобы не попасть в группу риска, а тем, кто уже имеет диагноз гипертония, советы, как держать заболевание под контролем. Обо всем об этом на таких уроках рассказывает доктор, используя наглядные пособия. 140 на 90 – верхний предел допустимой нормы. Если давление хотя бы периодически поднимается до этих отметок или выше, это повод обратиться к врачу. Мы должны заниматься ими в том направлении, чтобы не возникло сердечно-сосудистых, тяжелых таких для жизни опасных осложнений, как инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, коронарная смерть даже наступает. Поэтому мы таких людей обязательно прослеживаем в динамике, корректируем лечение при необходимости. И в обязательном порядке мы достигаем с ними уровня, целевого уровня артериального давления. Это ниже 140-90 миллиметров ртутного столба. Гипертония – коварная болезнь. Медики ее называют «тихий убийца». Она долгое время может протекать бессимптомно. Тем временем высокое давление губительно влияет на сосуды и в дальнейшем может привести к тяжелым последствиям. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 1 миллион человек. Подобные школы действуют по всей России и призваны совершенно бесплатно оказывать людям консультационную помощь. Анапская школа здоровья пользуется большой популярностью. Пациенты признаются, проект удачный. И самое главное, педагог, а он же доктор, настоящий профессионал своего дела. Мы ходим практически с мужем постоянно на эти собрания. Много как бы хорошего берем с этих собраний. В больнице дневной стационар, 10 дней на капельницах, и давление не снижалось. Стоило случайно. Я, например, случайно попала к этому доктору совершенно. Вот. И он подобрал такие лекарства, от которых у меня теперь давление ниже, выше 120 не поднимается. Я пришел, смотрю, которые лекарства были назначены, они, оказывается, мне не помогают. Он определил, какое лекарство мне надо. И после этого мне стало хорошо, сейчас давление более-менее нормально. Школа профилактики артериальной гипертензии работает ежедневно. Попасть на урок здоровья может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в регистратуру городской поликлиники.